Вот это заявление. Пятый президент Украины Петро Порошенко должен сидеть в тюрьме. Такое заявление сделал бывший нардеп Савченко в эфире 4-го телеканала. К такому выводу она пришла, послушав заявление Давида Жвани, который выступил с видео заявления о том, что пятый президент и его команда захватили власть в 2014 году, купив поддержку в Евросоюзе и пообещал олигархам выгоды. Если смотреть на слова, которыми он пользуется, что это государственный переворот, он очень правильно сказал. На волне народных протестов. У нас были народные протесты. У нас было восстание. Возникновение может перерасти или в революцию, или в государственный переворот. У нас революция, к сожалению, не вышла. Ибо революция – это когда меняется система, отметила Савченко. По ее словам, за преступление, которое описал Жвани, экс-президенту Украины придется отвечать. Я считаю, что Жвани – это просто еще одна дополнительная информация, которая должна показать украинскому народу, во-первых, правду, открыть глаза, что у нас не гетьман, а чмо. Второе – это то, что это чмо нужно сажать. Мои критические оценивочные суждения. Каждому президенту есть за что отвечать перед своим народом. Каждому.